Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Hey, всем привет и приветствую вас на канале Дэн Чё-то Ценит. С вами, конечно же, Дэн. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся, тебе несложно, мне приятно. И запомни, что добро возвращается. А мы сегодня посмотрим... Кстати, есть люди, которые видели поезд Пусан 1, поезд Пусан 2. Кстати, будет поезд Пусан 3. Еще когда, неизвестно, но он будет, потому что режиссер сказал, что он хочет начать работать на третьей части, так что он будет. А сегодня мы посмотрим трейлер к фильму «Корабль в Пусан». Это такой боевик ужаса. Я думаю, что он будет наподобие поезда в Пусан. И потом еще что-нибудь придумают. Самолет в Пусан, еще что-нибудь будет, да, но это уже не важно. Сегодня мы посмотрим «Корабль в Пусан». Фильм будет про то, как спецразведка должна перевести груз в Пусан с заключенными, ну, опасными преступники там будут. И, короче, они, преступники, вырвутся там и займут этот корабль и захватывают судно, да. Но, оказывается, что в конце окажется, ну, не в конце, окажется, что на этом судне есть сила намного пострашнее, чем они. И чтобы попасть в Пусан охранникам и особо преступникам опасным, придется пройти через ад, чтобы выбраться из этого дерьма. Кто смотрит, приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, а мы поехали. Грузовым судном под прикрытием перевозки заключенных будет доставлен секретный груз. Мы будем контролировать безопасность его транспортировки. Охранять вашу перевозку в Пусан будет элитный спецназ. Так что не рыпаться. Элитные зомби? Это не особо опасные преступники, а тупые молодые отморозки. Действуем по плану. Ну что, кто в деле? Где ценный груз? Горите в аду! Прикольно. Теперь он главный. Это же рейс на Пусан? Да, вот знаете, если честно, трейлеры надо делать вот так. Реально интрига. Ты не понимаешь, что там будет, что будет происходить. Вроде есть догадки до зомби, но вроде, может быть, и не будет зомби. Хотя это ужас. И кто знает, может быть, будут эти зомби. Так же в описании пишется, что будет сила пострашнее их. Какая сила? Здесь ничего не сказано, не показано, не рассказано. И знаете, вот смотришь этот Пусан, и мне вот прям самому захотелось, наверное, в следующее путешествие ехать, если то съездить в Пусан, потому что вроде как хорошее, красивое место, а надеюсь, что без зомби только. Но я думаю, что да, фильм я хочу посмотреть, выйдет он 24 ноября, мне кажется, 22 года, да, я надеюсь, что мы доживем до того времени, я смогу посмотреть. Сюжет? Значит, сюжета я, наверное, ничего не скажу, может быть, он туповатый будет, ну, стандарт, наверное, да, но корейцы в последнее время снимают сериалы и фильмы, просто суперские, они мне нравятся, и они смотрибельные все. И если честно, то мне хотелось бы, наверное, чтобы они сняли сериал про Пусан. Было бы, я думаю, что-то достойное, интересное. И я думаю, что было бы довольно-таки популярно. Потому что, еще раз повторюсь, что у корейцев последнее, что выходит, все становится довольно-таки популярным. И так что да. Не будь жмотом, подписывайся, ставь лайк, нажимай колокольчик, чтобы не потерять. Ну и до будущих встреч.